лучше подожду тебя здесь, хорошо? Я уже переживала этот момент. Заклинило. Потяни его еще. Мне кажется, я понимаю, как это все работает. Теперь попробуй потянуть свой. Теперь потяни рычаг. Я дерну за этот рычаг. Если ты сможешь пролезть в эти ворота, я буду поражен. Я всегда это знал. Я просто хотел посмотреть, знаешь ли ты. Беги!
выключатель сломан. Очень смешно. Ну давай. Он действительно сломан. Хорошо. Ты спускайся, а я поищу другой путь. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Я здесь, вверху. Ниже. Там огромный открытый балкон. Я покажу тебе, пошли. Тебе легко говорить. Вот и я. Оставайся там, я спущусь к тебе. Я знаю, где нахожусь. Эти ворота ведут к бане. Ты можешь найти путь туда? Конечно. Нет ничего легче, чем найти путь отсюда к бане. Хорошо. Я встречу тебя там. Ну, я просто спрошу первое же песчаное создание, на которое наткнусь. Не мог бы показать мне путь к бане, пожалуйста? О, спасибо, тысячи благодарностей. Встретимся в бане. Она приказывает мне как слуге. Я сам виноват. Женщинам нужно сразу указывать их место, иначе быстро садятся вам на шею. Я был слишком мягким. Возможно, это потому, что мне было ее жаль, но... И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Больше этого не повторится. С этого момента ей придется во всем слушаться меня. Если, конечно, я смогу найти ее. Thank you.
О, ты ждала здесь все это время? А я просто не понял, что ты имела в виду эту ванну. Я думал о другой ванне, о той, что находится на другой стороне города. Я хорошо искупался и смазал волосы благовониями. Как жаль, что тебя там не было. Да хватит говорить сама с собой. И я начну свою историю отсюда в следующий раз.
готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз.
Thank you.
Нет-нет, я не погиб. Я начну свою историю отсюда в следующий раз.